Спасение утопающего стало делом рук капитана катера в центре Москвы. Как это произошло, первым увидел наш гражданский репортер. Он прислал видео происшествия через мобильное приложение «Лайфкор». На кадрах видно, как нетрезвый мужчина перелезает через ограду шлюзовой набережной. Жара на улице и высокий градус алкоголя стали поводом искупаться. Оказавшись в воде, мужчина начал уходить на дно. К счастью, мимо проплывал прогулочный катер. Капитан судна вовремя увидел утопающего. Экипаж подошел к нему близко и бросил веревку. В катере пострадавшему дали плед и даже предложили свой туристический маршрут.